Первое заведение общепита, с которыми знакомятся во время поездки туристы, разумеется, ресторан при отеле. Потом самые смелые могут отправиться на разведку на улице курорта. В Ильгуне опасаться особенно нечего. Исследовать местные ресторанчики можно в любое время суток. Есть тайский отличный ресторан, называется «Белый слон». Там делают отличный суп том-ям. На удивление, вот то, что я люблю, допустим, из азиатской кухни. Вкуснейшая жареная лапша с креветками, с рыбой, с морепродуктами. Также очень много местной египетской кухни. Вот там таджин, это то, что запекается в таких глиняных горшочках. Вот. Ну и фастфуд, типа бургеров, картошки фри, это, пожалуйста, тоже к вашим услугам. На главной площади в даунтауне можно найти ресторан на свой вкус. Для тех, кто мечтает готовить самостоятельно, плохая новость. Колоритных рынков в Ильгуне не найти, только супермаркеты. А местные экзотики можно отведать только любителям зелени. Там есть маленькие лавки овощные, кстати. Очень удобно, потому что там можно найти кучу свежих овощей и фруктов. Клубника, вот весной там сезон клубники, очень круто. Осенью сезон манго. И круглогодично есть помидоры черри. Очень дешево. И руккола. Если у нас здесь она стоит 150 рублей там, за какой-то там пучок, то там ее можно за 10 рублей вот такую охапку купить и наворачивать салат с помидорами. Обычные помидоры порядка 15-20 рублей за килограмм, помидоры черри около 40. А еще, говорят, египетская картошка очень вкусная, почти как наша. Если захочется красиво провести вечер в элегантном стиле и не готовить дома, то прямая дорога на побережье. Можно вечером погулять в местном порту Марина, там куча красивых яхт, тех же самых ресторанчиков, лавок сувенирных. Вот. Ну, это все, что традиционно в Египте продают. Там, кальяны, какие-то, не знаю, специи, чаи, каркаде и так далее. Можно все там найти. Но процентов на 10-15 дороже, чем в Хургаде. Присматриваясь к сувенирам, почаще вспоминайте, пригождаются ли они вам или просто собирают пыль на полке. Вполне возможно, лучший сувенир – загар, фотографии, новые впечатления и, кто знает, пополнение в личной кулинарной книге.